Приветствую вас, друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня я хотел бы поговорить о проблемах с коленями. Все чаще и чаще в последнее время я слышу от своих друзей-танцоров, от учеников, от людей, просто танцующих социальные танцы, о том, что у них стали болеть колени. Правда жизни такова, что коленный сустав самый сложный и самый легко травмируемый в человеческом организме. Собственно говоря, не избежал проблем с коленями я, получив надрыв мениска на правой ноге в 18 лет во время исполнения трюков в народном танце. Но мне больше 15 лет удавалось сохранять подвижность и активность ноги, не прибегая к операции, используя различные мази, втирания, пчелопожаления, металлотерапию. И после операции и в 40 лет я пытаюсь сохранять достаточно хорошую спортивную форму, поэтому я думаю, стоит меня послушать на предмет профилактики или лечения своих коленных суставов. В последнее время проблемы со здоровьем очень сильно помолодели. И виноват в этом не только стресс, не только плохое питание, не только экология, но и коммерциализация медицины. Поскольку я не являюсь проводником какой-то фармацевтической компании и не рекламирую добавки, попытаюсь подробно и очень адекватно осветить как официальные медицинские препараты, способствующие восстановлению и профилактике, так и неофициальные. Итак, как-то уже после операции, понимая, что мы не молодеем, а потанцевать еще хочется, я спросил одного врача, мнению которому я очень доверяю, как сохранить свои колени здоровыми. На что он мне сказал: «Сережа, купи себе кресло-качалку». Я к своему стыду его перебил и начал сразу же пытаться накидывать варианты. Ага, и что, вот эти вот равномерные циклические движения вперед-назад будут способствовать восстановлению хрящевой ткани? «Не перебивай», — сказал он мне. «Купи себе кресло-качалку. Поставь ее к камину, налей себе в бокал очень хорошего коньяка и больше никогда танцами не занимайся». Быть в Москве абсолютно здоровым невозможно. Давайте говорить правду. В нашем климате, а для суставов, кстати говоря, больше подходил бы более влажный климат, такой как в Таиланде или на Гуа, потребляя наши продукты, живя в условиях информационной перегруженности и стресса, недополучая нагрузок, либо получая их чрезмерно, абсолютно быть здоровым невозможно. Это факт. Но продлить свое танцевальное долголетие и поддержать свои коленные суставы возможно. Что нужно сделать, если у вас начали болеть колени? Итак, официальная медицина советует начать принимать препараты, содержащие хондроитин и глюкозамин, так называемые хондропротекторы. Хондроитин – это важнейший структурный элемент хрящевых тканей и связок. Он увеличивает их прочность при растяжении и сжатии, снижает потерю кальция из организма, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и способствует восстановлению хряща. Глюкозамин – это вещество, которое выделяют хрящевые клетки организма. Его предназначение в том, чтобы стимулировать выработку глюкозаминогликана, который способствует регенерации хрящевой ткани. С 1922 года советская медицина стала давать синтетический глюкозамин в качестве добавки домашним животным для профилактики артрита. Результаты были достаточно обнадеживающие, после чего было решено применить это на людях.
Наиболее известными препаратами, содержащими оптимальные дозы хондроитина и глюкозамина на современном рынке являются Артра и Терафлекс. Хондроциты, клетки хрящей, способствуют синтезу глюкозамина из глюкозы, то есть это видоизмененный сахар, который вырабатывается клетками организма, а из аминокислот синтезируется глютамин. Из кишечника, абсорбируясь в кровеносную систему, затем в синовиальную жидкость и до полного поглощения хондроцитами. Начинается процесс новой выработки коллагена и глюкозамина глюканов. Но при нагрузках, плохом питании, стрессе синтез глюкозамина прекращается и начинается процесс разрушения хряща. Так вот, прием препаратов, содержащих хондроитин и глюкозамин, способствует восстановлению хрящевой ткани. Казалось бы, выход найден. Однако не торопитесь, не все так просто. Во-первых, хорошо, если вы начали прием этих препаратов на ранней стадии заболевания, когда действительно они могут оказать хорошее положительное воздействие. Во-вторых, не забывайте, что принимать их нужно в комплексе, и из принимаемой дозы усваивается только часть, так как из-за высокой молекулярной массы хондроитина часть его задерживается в поверхностных структурах, и только часть доходит до места назначения. В-третьих, прием любых медицинских препаратов угнетает печень и почки. В-четвертых, где гарантия того, что вам не продадут препарат-пустышку? И в-пятых, стоят они достаточно дорого и имеют накопительный эффект. То есть вы почувствуете эффект от приема этих препаратов где-то спустя 3-6 месяцев. И положительный эффект будет сохраняться в течение полугода. А дальше прием этих препаратов, скорее всего, надо будет повторять. Поймите, я не отговариваю вас от приема хондропротекторов. Я сам принимал препараты фирмы Optimal Nutrition. Это спортивная добавка. До тех пор, пока доллар не стал стоить безумных денег, и пока эти препараты можно было достаточно свободно купить в спортивных магазинах, на спортивных сайтах. Сейчас их просто перестали привозить из Америки, либо это очень-очень-очень дорого. Но перед приемом препаратов вы должны оценить все положительные, все отрицательные стороны и сделать вывод сами, стоит вам их принимать или не стоит. В дополнение к приему хондропротекторов можно использовать хондроксидгель – вещество, которое содержит в своей основе хондроитиносульфат. Он способствует восстановлению костной ткани, и применять его надо 2 раза в день, то есть мазать свои колени утром и вечером. И курс достаточно длительный, также 1-2-3 месяца. Вещество удерживается в суставе от 1-5 часов. Но по опыту моих знакомых, у кого-то наблюдался устойчивый положительный эффект от приема хондроксидгеля, а у кого-то не было никаких положительных изменений. Организмы у всех разные, степень запущенности суставов у всех разная, поэтому пробуйте. Это известные препараты, которые рекламируются по телевидению и в интернете. Сюда же можно отнести инъекции гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота – это основной компонент нашей биологической смазки синовиальной жидкости. Она участвует в регенерации тканей и в обновлении кожных покровов. На сегодняшнем рынке наиболее адекватные препараты – это Астенил и Эуфлекса. Инъекции гиалуроновой кислоты – хороший метод лечения остеоартроза суставов, если таблетки, мази и другие вещи уже не помогают, если есть дегенеративные изменения. Когда такие изменения приводят к увеличению трения в суставе, выход – уколы в сам сустав. Благодаря этим уколам подсохший хрящ, истончившийся при артрозе, восстанавливает свои амортизирующие свойства, уменьшается боль, скованность в суставе, и функции сустава и объем движения восстанавливаются.
Но применять гиалуроновую кислоту нужно только посоветовавшись с врачом. И, внимание, от приема гиалуроновой кислоты вы сможете нормализовать и восстановить количество именно синовиальной жидкости. Она никак не влияет на восстановление самого хряща. Стоят эти препараты достаточно дорого, и после курса и после положительного эффекта также каждый год, скорее всего, вам придется инъекции эти повторять. Все эти таблетки, мази, уколы достаточно просты в применении, ну, не считая, наверное, уколов прямо в коленный сустав гиалуроновой кислоты, это достаточно сложно, и для этих уколов требуется особый специалист. Укололся и пошел, съел таблетку и свободен быстро, просто. Но по закону природы, то, чему мы уделяем время, то, во что мы вкладываем энергию, отвечает нам взаимностью. Заниматься своим здоровьем нужно не разово, а постоянно. Это длительный процесс, постоянный процесс. Я сейчас не говорю об острой фазе заболевания, когда колени болят так, что вы не можете танцевать, вы не можете ходить. Но если вы хотите сохранить здоровье своих коленей надолго, вы должны понимать, что это зависит только от вас. И кроме официальных медицинских препаратов, имеющих причем достаточно сомнительный эффект в ряде случаев и достаточно высокую цену, есть много народных средств, не менее эффективных и гораздо более дешевых. Я опробовал эти средства на себе, так как танцую достаточно давно, и поэтому имею полное право их рекомендовать. Итак, средство номер один – яичная скорлупа, которая на 90% состоит из карбоната кальция. Плюс в яичной скорлупе содержится медь, железо, марганец, молибден, еще 27 активных микроэлементов. По своему составу она совпадает с составом костей и зубов, и что самое важное, особенно сейчас в современном мире, стимулирует функцию кроветворную костного мозга, а это особенно важно в условиях повышенного радиационного фона. В народных рецептах яичную скорлупу рекомендуют применять, мелко-мелко истолчив в порошок и капнув 2-3 капельки лимонного сока. Но лично мне это не очень нравилось, я делал так. Вы берете яйца, моете их снаружи, используете, там делаете омлет, яичницу, моете изнутри. Заворачиваете вот эту вот скорлупу в марлю, толкушкой мелко-мелко толчете и где-то 1-2 чайные ложки высыпаете вечером в порцию творога. Творог мешаете со сметаной, тогда яичная скорлупа практически не ощущается и есть ее, в общем, достаточно приятно. Если вам не очень нравятся вкусовые ощущения творога с яичной скорлупой, вы можете просто купить в аптеке карбонат кальция и принимать его 2 раза в год по месяцу. Средство номер 2 – простая чистая вода. Ее нужно пить по 1,5 литра в день. Это не считая чая, кофе, соков, супа. Поскольку человек состоит на 3/4 из воды, то, как ни странно, потребление 1,5 литра воды в день помогает поддерживать наши суставы в порядке. Это достаточно сложно. Лично мне. Мне приходилось утром выставлять на подоконник по 3 пол-литровые бутылки и в течение дня их выпивать. Причем, ну, первые несколько дней приходилось запихивать в себя эти 1,5 литра, но, тем не менее, я к этому привык, и выглядеть стал лучше, и колени стали мои работать лучше. Средство номер 3 – это чайная ложка льняного масла утром натощак. Ну, не обязательно утром, можно днем, можно вечером, просто выпивая ее утром, вы не забудете это сделать, и целый день у вас будет свободен. Именно льняного масла, потому что это наиболее насыщенное масло незаменимыми жирными кислотами, омега-3, омега-6,
Главные достоинства в том, что они улучшают метаболизм, который происходит у вас в клетках и тканях, нормализуют обмен веществ, улучшают всасываемость кальция из продуктов и страхуют ваши мышцы от растяжения при повышенных нагрузках. Но минусы здесь – это то, что, во-первых, оно не очень приятное на вкус, возможно, индивидуальная непереносимость льняного масла. То есть нужно проверить, есть ли у вас какие-то расстройства желудка после этого, аллергические реакции. И, естественно, мы говорим о масле, полученном путем холодного отжима. Это обязательно. Четвертое средство – это масляная ванна. Очень хорошее средство, рекомендованное аюрведической медициной при болях в коленях, болях в спине, а также при тугоподвижности ваших суставов. Аюрведическое средство масляная ванна помогает избавиться от излишнего внутреннего жара, питы, скапливающегося в области печени, суставов и поверхности кожи. Этот жар связан с нездоровым образом жизни. Жирная пища, алкоголь, стресс, нехватка сна – одним словом, все то, что испытывает среднестатистический житель мегаполиса. В полном варианте масляная ванна предполагает умащивание маслом головы, и масло должно быть обязательно касторовое. Но если мы говорим о профилактике суставов, то можно не заморачиваться, можно взять самое обычное, самое дешевое подсолнечное масло, и процедуру нужно будет проходить следующим образом. Вы ложитесь в ванну, горячую, 10-15 минут, лежите, кайфуете. Потом выходите и мажете все суставы. Запястья, локти, плечи, шеи, если она у вас начала скрипеть, болеть, поясницу, колени, достаточно активно маслом. Заворачиваетесь в теплый халат, либо одеваете футболку с длинным рукавом, брюки, ходите по квартире. Можно в этот момент попить горячий чай, для того, чтобы еще больше усилить кровоток. 10-15 минут ходите, ложитесь в ванну, еще лежите минут 10-15 и потом это все смываете. Таких процедур нужно сделать 10 через день и повторить их желательно 2 раза в год. Минус этой процедуры то, что, во-первых, вам придется достаточно долго смывать масло с себя и с ванны несколько раз. И та одежда, которую вы будете одевать после намазывание себя, она будет безнадежно испорчена, потому что отстирать масло после этого нереально. Но процедура хороша для тех, кто хочет увеличить свою гибкость. Лично я после подобных процедур смог сделать парибрита-паршва-конасану в обе стороны. Но поймите, если вы будете только рассчитывать на масляные ванны и не тренироваться, то гибкость от этого не увеличится. Если вы будете и заниматься, и выполнять подобные процедуры, то эффект вы почувствуете. Не сразу, но обязательно. Следующее средство – это пихтовое масло. Благодаря своему составу с активными антибактериальными и антиоксидантными компонентами, оно оказывает стимулирующий и тонизирующий эффект при стрессе на нервную систему. Причем это одно из самых сильных масел при артрозах и остеохондрозах, поскольку оно стимулирует иммунитет и устраняет нарушение кровообращения. Это иммуномодулятор. В нем содержится более 35 биологически активных компонентов, которые помогают устранить различные боли костного и мышечного характера. И, собственно, пользоваться им нужно так. Вы мажете на ночь свои колени, заматываете их эластичными бинтами и просто засыпаете. Минус у этого масла в том, что оно не очень приятное на ощупь, оно вязкое. И бинты, которыми вы заматываете свои колени, будут потом желтые. Их придется выбросить. Плюс существует индивидуальная непереносимость. Возможны какие-то местные аллергические реакции, поэтому вы должны просто попробовать, насколько оно вам подходит. Это я не говорю о сероводородных и термальных ваннах и грязи.
поскольку процедура достаточно дорогая. Делать ее нужно 10-15 сеансов, и ради нее нужно куда-то ехать. Но те мои знакомые, которые проходили эти процедуры, отмечали резкий положительный эффект. Металлотерапия. Относительно сомнительный эффект, связанный с разностью потенциалов, но все, что помогает, почему бы этим не пользоваться? Лично я пробовал привязывать две медные пластинки с внутренней и наружной стороны колена, заматывать их на ночь, и также повторять эту процедуру 2-3 раза в год по 10 сеансов. В общем, хуже не будет. Если у вас надрыв мениска, то есть неполный разрыв, можно попробовать пчелоужаление. Я проходил такую процедуру, когда вам сажают пчел вокруг колена, они вас кусают. И остается жало с таким мешочком, которое сокращается в течение какого-то количества времени и впрыскивается яд, который способствует заживлению, заращиванию вот этой вот трещины. Ну, во-первых, нужно проверить себя на аллергическую реакцию, поскольку у кого-то есть непереносимость к пчелиному яду, в котором, кстати, содержится половина всей таблицы Менделеева. А во-вторых, осталось достаточно мало специалистов, которые лечат подобным образом, так как нужно знать, куда это делать, нужно иметь пчел. И плюс помогает это только при определенных проблемах, то есть именно при надрывах мениска. Но в любом случае, если у вас начали болеть колени, нужно обратиться к врачу, нужно сделать МРТ, нужно выполнять его предписание. То есть, если он говорит исключить или снизить нагрузку, нужно это сделать. Нужно понять, что происходит с вашими коленями. А затем, после того, как острый период прошел, нужно обязательно скорректировать свою диету, убрать жирное, добавить больше белковой пищи, и постараться включить в свой рацион питания куриные и свиные хрящи, поскольку в них содержится глюкозамин практически в чистом виде. Нужно есть холодец, желе. Помните, раньше были такие маленькие десертики, желтые, красные на тарелочках, дешевые, достаточно вкусные, а потом вдруг они исчезли из рациона. И обязательно, когда острый период у вас закончится, нужно делать физические упражнения для того, чтобы укреплять мышцы, окружающие колено. Даже если врач вам рекомендовал ограниченную физическую нагрузку или упражнения с частичной амплитудой, можно просто ходить по ступенькам, делая шаг через ступеньку. Можно разгибать свою ногу, повесить на нее какой-то груз, например, сумку с гантелей, с картошкой, и потихонечку выпрямлять свою ногу, сгибать. Выпрямлять, задерживать ее, сгибать. Можно и нужно делать приседания в частичной амплитуде, причем я рекомендую поэкспериментировать с положением стоп, то есть когда стопы наружу, частичная амплитуда, вы садитесь не до конца и встаете не до конца. Когда у вас стопы стоят ровно, когда стопы стоят внутрь, с этим будьте аккуратнее, потому что в таком случае нагрузка на внутренние части бедер и колени увеличивается, и это нужно делать тогда, когда проблем с коленями у вас нет, для того, чтобы именно укрепить мышцы. И самое главное, помните, нужно постараться именно в начальной стадии услышать свой организм, понять, что у вас начинает болеть колено на какой-то ноге, потому что, как говорят опытные танцоры и врачи, а второе колено ждет. Дело в том, что когда у вас начинает болеть колено, вы неосознанно переносите нагрузку на другую ногу и перегружаете ее. И если вы не начнете выполнять какую-то профилактику или лечение, то со временем у вас заболит и второе колено. Те советы, которые я дал по использованию народных средств, хороши тем, что они очень просты и дешевы. Я сам их лично пробовал на себе,
И еще раз повторюсь, поскольку я не являюсь проводником какой-то фармацевтической компании и не продаю и не рекламирую добавки, то, я думаю, можно меня послушать и стоит мне поверить. Берегите свои колени и будьте здоровы.